Все началось в далеком 1988 году. В детско-подростковом клубе, как он тогда назывался, работали всего два кружка. За 35 лет «Импульс» обзавелся множеством филиалов и значительно вырос во всех смыслах этого слова. Сейчас это 48 объединений, 3700 учеников и более 50 педагогов. За эти годы Центр детского творчества неоднократно входил в сотню лучших организаций дополнительного образования России. Вот сейчас мы выросли, раз нас так много, значит, центр наш стал очень значимым, популярным, востребованным, желанным и педагогами, и детьми, и родителями. Художественное слово, вокал, хореография, театрально-цирковое искусство, декоративно-прикладное и художественное творчество, медиа и шахматы. Каждый находит в «Импульсе» что-то себе по душе. Многие ребята посещают несколько направлений одновременно. Я занимаюсь танцами и рисованием в «Импульсе». Мне очень нравится заниматься, потому что в будущем я хочу как-то это применить, может, пойти учиться, работать, что-то с этим связано. Это все здорово, учиться чему-то новому с такими прекрасными преподавателями. Мы занимались там и рисованием, и танцами, и ходили на бисероплетение, ходили на вокал. Вот, очень благодарна эта организация, развивает детей, нам очень нравится, это большой вклад в детей. Спасибо Нине Владимировне, что она создала такую организацию. На праздник в честь 35-летия любимого центра творчества в кинотеатр «Искра» приехало множество гостей. Педагоги, ученики и их родители, представители образовательных и культурных учреждений муниципалитета, администрации и духовенства. «Импульс» – это такой бренд Ленинского городского округа. «Импульс» – это институт искусств города Видное. И ни один родитель, и ни один воспитанник в этом точно не сомневается. Очень важно, что люди нашли свое призвание в жизни. Ведь как часто бывает, человек то в одном себя пробует, то в другом. Но вот здесь мы видим пример того, как люди самоотверженно служат, не работают именно, а служат тому великому делу, которое они избрали, делу воспитания детей. Всей своей деятельностью они способствуют тому, чтобы в каждом ребенке зажглась та искра творчества, каждый ребенок поверил в свой талант и смог его реализовать. «Импульс» подарил мне возможность вернуться в свое детство. Практически я занимаюсь здесь тем, чем увлекался когда-то в детстве. То есть кукольный театр и изобразительное искусство – это то, что мне очень близко. И получилось так, что вот «Импульс» дал мне возможность этим и заниматься всю жизнь. Я люблю свою работу и люблю «Импульс». Мне учителя довольно нравятся. «Импульс» – это большая, можно сказать, семья и прекрасные педагоги. Гостей праздника ждал грандиозный концерт, где выступили лучшие воспитанники Центра детского творчества. С днем рождения, «Импульс». Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.